Ну, во-первых, когда эти гастарбайтеры въезжают на территорию Российской Федерации, они не указывают, что они будут работать. Это просто люди из соседней дружественной республики, из бывшего Советского Союза, которые приезжают на территорию Российской Федерации, они имеют право это делать. Если вводить подобные дискриминационные меры, то крайне скоро россияне могут обнаружить, что такие меры применяются в отношении них. Например, они будут въезжать там, к родственникам в Узбекистан или в Казахстан, или в Евросоюз, и они будут вынуждены платить. Поэтому, конечно же, подобная мера, она нарушает свободу передвижения, она никак не будет особенно ограничивать миграцию, потому что гастарбайтеры просто будут указывать, что они едут не работать, а кому-нибудь в гости. И она совершенно бессмысленна и действительно дискриминационна.